Всем привет, дорогие друзья! С вами Red Fox, Battle Brothers, приключения нашего одинокого лиса. И в прошлой серии мы взяли себе уник первый. Очень легкая для такой прочности броня. Вроде бы хорошая вещь. Так. Топор орка-берсерка еще у нас есть. Урон, конечно, огромный, но выносливость проседает капец. И удар стоит двадцатку. В принципе, если забрать эту броню, да вот так уже получше. Уж можно пробовать с новой броней. С орковским топором. Похулиганить. Броня эта тогда проседает тут без дела. Не хочется свою броню старую снимать. Не то. Вот это тебе. Чтоб не мешалось. А у них одинаково выносливость в таком раскладе. Арбалетчик в той пока походит. Пойдется. Давайте попробуем. Хотя мне моя нравится больше броня. Привычная уже. Так, у нас нет еды. А, нет, вот есть еда. Прибавилась. Прибавилась еда с того боя. Орковское свежее мясцо. Но все равно еды мало, надо уходить. Надо уходить к деревням, на юг. Я вот думаю, в Кёнигсхайм может сходить. Нас там очень любили. Вот very friendly. Там должны быть хорошие для нас цены. И надо этих путешествующих. Хотя денег еще мало. Так. Lots of tax, поучеры, это то, что нам надо. То, что надо, чтобы топорик проверить, поразмять. Хотя что проверить? Они этим топором ваншотались. Таги-то. Чё ты такой довольный? Когда все остальные нет. Ты чё, недовольный тоже непонятно. Надо, говорят, пить в тавернах. Так, ребятки. Никакого болота. Так, Гадендак у них даже есть. Он им не поможет. Да, подождем. Подстреливаем их стрелков. Опа, Дитер может ворваться. Опа! Что-то слабовато. 24. Что? Сколько урона?
Поближе подойдите. Мне надо топором кому-то засандалить. Так. Щёга дендак. Нормально. Ларс начинает доминировать. Думаю, Дитуру надо помочь. Такая линеечка стоит. Парень с кинжалом. Он что-то замышляет. Теперь, наверное, даже сюда можно, хотя. Так. Вот ты гад. За кустом спрятал. А эти все за деревом. А эти дерево и за ним все. Паровозиком. А если я сюда подвинусь, ты уже в простреле. Получи плечом. Можно собаку спустить? Пошли пока сами. Так, я хотел это место как раз оставить Хельфриху, чтобы он саданул сверху. Я хочу тут прорубить насквозь, поэтому не хочу вот этого убивать. Иди сюда. Так. Бабах. В заднюю не попали. Тут тоже можно рубануть двоих. Ой, хорошо. Сигурд попал. Тут ли подходить? Вообще нет. Чем лишний удар получать киркой? Так, ну-ка, орковский топор, девастатор. Просто хлюп. Ах ты гад. И зарядился еще. А, нас обошли. Чего? Так, блин, там был кинжал, а он еще мне проткнул руку, скотина. Чуть я расслабился рано с тагами-то. Этот гад опять встал за куст. Вы посмотрите, какая сволота. Ты зашел не в тот район. Что-то все расстроились сразу. Здрасте. Если я его толкну, он вот сюда толкнется, интересно. Так, у него заряженный арбалет, не забываем. Куда ты побежала? Ты что делаешь? Я тебе не буду броню покупать. Что за подставы такие? Вы уже били все.
Так, нет, подожди. О, может в упор выстрелить? Ничего себе. Если он убегает, можно в упор выстрелить и не попасть. Отличный вариант. Так, ты, тварь, что делаешь? Песик, сожри его. В опасности, командор. Да ты издеваешься, вы посмотрите, как он мансит. Арбалет у него заряжен, не забываем. Так, с этим фиг с ним. Пусть попробует убежать. Так, это опасная тварь, оказывается. Гляньте, это засланный убийца наемный. Маскировался под тага. Чтобы в нужный момент выскочить и наделать непорядок. Ты что такой уставший? Здрасте. Так. Ты так плохо грызешь. Все песики что-то не очень. Так, 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 куда? Стоять бояться. Опа, здрасте. Опаньки, а кто это без легких? Неудобно, наверное, без легких бегать. Того догнали. Опаньки. Так. Побежал. На тебе в руку. На дорожку. Стал топором махать моментально. Ты что делаешь, скотина? Так, а ну спусти всех собак, всех, что есть. А ну иди танкуй за песика. Опять у него нож, задолбались своими ножами. Так, у тебя собаки нет, у тебя птичка. Вот у Ларса есть собака. Вот какие про... 61%. Ясно, понятно. У Вольфрама есть собака. У Альвара нет. Нет. Так, у Сигурда есть собака, но он устал. Ой, как хорошо в голову. Не трожь собаку. Фу, нормально. Все, съели его нафиг. Молодцы. О, Дитер наконец уровень получил.
Слушайте, 200 с лишним опыта нормально. Вот только травма ненормальная. Так, еда. Так нужная нам. Гдендак, меч, топор, лук. Что тут подороже? Так, ну это все ничего не стоит уже. Так. Что-то мне не повезло с этой броней. Мне не понравилось. Отдай мою собачку. Что я сделал-то? Отдай, говорю. Вообще надо идти лечиться. Что это за такое? Так у них броньки-то были? Вроде да. И вот этому 140, типа. Ну, типа, обойдется. Такую потаскает. А, топор, топор, топор. Мой топор. Верните, пожалуйста, нормальный. Что-то три раза махнул, все, утомился на весь бой. Если еще из них не попал, то привет. Так, Дитер. Дитер, наш мастер фехтования. Ему без вариантов инициативу, мили-скилл. А дальше вопросы. 4 хп было бы неплохо, с колоссом будут все 5. Чтобы он не умер с одного болта арбалетного, который таки попадет. Три выносливости тоже бы лишними не были. Три милидефа тоже вещь. Ну, что за запы такие? Все, все хорошее. Все хорошее. Так, давай-ка, наверное, мастерство меча тебе возьмем. Вряд ли ты у меня на что-то другое переучишься. Смысла нет. Так что ты всегда будешь теперь меня фехтовать. Давай-ка уменьшим тебе стоимость скиллов. Так, 8-19 теперь. Так, это атака без вариантов. Защита, мне кажется, надо брать 3 защиты. ХП, конечно, мало, выносливости тоже, но защита для такого хрупкого парня. Все равно мы далеко ему ХП не разгоним. А вот чтобы в него не попали. Хотя 5% не ноль. И с защитой больше 100, я видел, попадают только в путь. Ладно, давайте защиту возьмем. Может быть, я не прав. Двадцать семь без щита. Но ему еще нужно вот это. Еще нужно вот это. Верхелм, наверное, нужен. Да не наверное, а нужен. Так, пошли отсюда. Куда? Вот здесь, я помню, были недорогие инструменты, но у меня пока есть. Пошли в Брунвальд, наверное, зайдем. Посмотрим, что там по найму заодно. И в Кёнигсхайм, и можно в Грунланд ходить. Так. Орки Янги. 17 штук. Вы чё? Какие 17 орки? Так, тут где-то орки живут явно. Значит, откуда они? 17. Я думал 7 сначала. 17. Не, 17 это не вариант. Тем более для раненого. Кстати, раненый я. Раненый я. Мне нужен этот. Мне, ну, доктор нужен. Где есть доктор? Вот, Темпл в Кёнигсхайме есть. И в Грунленде есть. Тут ничего нет.
Ну, тут нас еще любят. И тут тоже есть доктор. Так, обходим вот это подальше. Идем к Кёнигсхайм. Главное ночью в лесу ни на кого не напороться. Тут вроде маленький лесок. Денег-то мало. Надеюсь, недорого травму лечить такую. А еще в таверны заглядываем, смотрим другие наводки на уники. Три крестьянина. Я бы не ходил туда на вашем месте. 9 алипов. Убегаем от них по дороге. Возьмите лучше крестьян. Ага, рассвет. Пропали. Эти были альпы с новой механикой. Только что пропатчили. Я, честно говоря, не хочу с ними встречаться. Пока. Чуть я не уверен. Вот без травмы был бы мой этот. Вот этих парней подучить получше. И тогда может быть. Сейчас что-то я не уверен. Что мы готовы. Так. Есть сквайр. Дешевый. Есть наемник с арбалетом. Дорого. Все не то. Так, продажа. Возьмите мясо. Цен дорогие что-то. Мне кажется, надо дойти до Кёнигсхайма. Они что тут делают? Так, есть ли у вас кнуты? Кнутов нету. Таверна. Давайте выпьем. За успешное получение уника. Пятеро довольных. Это хорошо. Так, можно его еще поспрашивать немножко. Ну, давай, за 25 недорого. Вы слышали про Forgot, забытый форт? Поспрашивайте тут вокруг. It's been hunting Brunwald Science before. Так, до его рождения. Народы говорят, some armor from gods sailed there all time back. Броня богов. Там лежит со времен до того, как первые люди тут поселились. Forgotten Fort. Так, еще один уник, еще одна уникальная броня. Говорят нам. Forgotten Fort. Тут какой-то Fort Abandoned Remains. Не здесь. Forgotten Fort. Видимо, я его не знаю. О! Подождите-ка. Вот он. Forgotten Fort. Так, ну, во-первых, надо вылечиться. Пошли-ка в Кёнигсхайм. А во-вторых, наверное, кто там? Там может быть кто угодно в таких поселениях, но выглядит, мне кажется, нежить там. Раз там уник. Вряд ли уника хранят бандиты. А с кучей нежити, честно говоря, без того орка-берсерка, мне кажется, нежить нас бы очень сильно потрепало. Так, где у вас храм? 410. Чё так дорого? Вот 90 всего. 410. Блин, дорого. Слушайте, может, само пройдет 2 дня. С другой стороны, если 2 дня не ввязываться в бои из-за этой травмы, это дороже. Да и вообще как бы не 2, а 4 может дня оказаться. Ладно, давайте заплатим. За себя любимого надо заплатить. Так, что можем продать?
то, что сейчас испортится. 397. Нас тут любят? Нас тут... Ой, нас тут очень любят. А еще у них, по-моему, засады там были на торговых путях. Так, серебро продаем. Это все продаем. Что у меня, кстати, бинты валяются? У нас есть бинты вообще хоть у кого-нибудь? По-моему, ни у кого. Так, вот этому бы парню я дал бинты. Ну ладно, у него места нет. Давайте легенде выдадим. У него, кстати, скоро уровень. Еще бинтов надо бы побольше. Так. Коллекция топоров. Пока оставим. Коллекция дубин. 7 штук. Многовато. Кливер. Кливер. У тебя выносливости мало, слушай, а не хоть шорковский кливер. Где он? С мастерством кливера. Сейчас одна выносливость. Если дать ему щиток, 51 выносливость, 57. Ну, кстати, вот в таком варианте... Weapon skill требует 5 больше фатиги. Если бы еще без этого, было бы вообще шикарно. Ну, в принципе, так у него есть выносливость, вот так он может... Где-нибудь на фланге немножко пофигачить. Мне кажется, можно у него кинжал забрать. Вот. Вот это положить в карман. Он знаменем неплохо вдаривает. 54 выносливости, так, конечно, маловато. Ладно, давайте пока так. Мало выносливости. Оставим этот комплектик. Пусть будет. Дубинка кому-нибудь бы. Нет у нас дубинщиков. Как-то не прижились. Так, щит, кстати, треугольный. Не очень прочный, но зато защита в миле. А мы что, кому щит-то? Кому щит-то? Щит-то у нас один в пользовании. Так, ну оставим, надо кого-то найти все-таки под него. Так, всякую фигню. Я думаю, можно эти уже продать. Вот. Уже поприличнее инвентарь. Еда. Мне нужна еда. Зерна. И зерна. Что? Вы уже выпили, порадовались. Дальше обратно на полезные кашки переходим. Так, тут что говорят? О, место, называемое Abandoned Remains, в степях на Southwest. Большинство people знают... А, ты просто говоришь, что там что-то есть. Ну, что это место можно найти тут. Но я его уже нашел. Я его уже нашел. Так, после выпивки мы довольны? Довольны. Задний ряд довольный. Эрнульф.
Двуручники у нас угрюмые. Что бригант килит Хайнрих и его семью? Выселить бандитов на Нортысте где-то. Так, а здесь что? 4 дня на север, Грюненбах, караван. Не-не-не-не-не-не-не. Там 17 орков на дороге ждут, проходящий мимо караван. Так что, пожалуй, мы откажемся от каравана. А выселить бандитов давайте возьмем. Давайте возьмем. Это, по-моему, тот самый контракт, после которого у меня уже 2 раза забирали голову. Вот в этих степях это было. Вот сюда идти. Так, сейчас как раз полдень будет. У нас должна травма залечиться. Или она уже залечилась? Нет, еще не залечилась. Так, подожди, почему от 1 до 2 дней? В смысле от 1 до 2? Я же заплатил огромные деньги. 4000 денег, кстати, у нас. Неплохо. Гораздо лучше 2. Так, полдень. Не вышло, не прошла травма. Вы что, издеваетесь? И она осталась опять от 1 до 2 дней. Слушай, там шарлатаны. Вот у этого прошла травма. Я тут травму лечил. Ту вроде. Что-то такое. Или я... Нет, я бы заплатил. Третед. Твою мать. Шарлатаны. С Кёнигсхайма. Бандиты за 450. Там не должно быть ничего сложного. И тут, да, кстати, это просто выселить. Тут нет, не было вроде никакого именного бандита. Так, ну что, ждать целый день как-то не с руки. Можно ночью напасть. Там могут быть марксманы. С другой стороны, мы вроде днем их уже бьем. С третьей стороны, там не было опасных арбалетов. Ну давайте попробуем. За 450 монет. Не должно быть подставы. 7 человек. А марксмана... О, у них аура лидера. У них есть лидер. Отлично. Отлично, Хартмут в какой-то яме сидит в окопе. Так, плохо, что они так разбежались. Где лидер? Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вот отсюда можно сверху ударить. Копьем. Пикой, точнее. Так, где лидер? Я хочу на танка его повесить. И тогда все будет хорошо. Ларс, как всегда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. У меня такая броня отсутствует. Но она должна быть лучше 140. Ой, шлем, как у того парня. Мечит. Отлично. Мы его берем. Нам подходит. А, блин, я забыл, что у тебя теперь... Может поменять вас обратно, то я и путаюсь. Но Альвар должен быть со шпалой. Подошли на 2-4 хода. Как-то не хватает ударить, думаю. Что за фигня? Так, плохо, что он здесь. Я хотел бы Арнульфа на него забросить, но тут есть другие ребята. Так, 39. Мимо. Вот шпала наша. Пойти на помощь лису. Но снизу как-то не хочется, можно сверху. Да, лис будет снизу. Тут кусты не пролезть. Тут еще парень в кустах. Не забываем. Опаньки. А вот и сюрприз. Я их не посчитал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь все.
Но этот парень с мастерством, он подойдет и вдарит. Плохо. Подождем, пусть подходит. Так. 65. Давай. Лучше бы ты вылез из ямы. Ну ладно, стреляй так. Понятно. Дай-ка сюда. Опасно. И что у нас там, броня тяжелейшая из тех, что есть пока что. Так, можно вот сюда взять этого парня в оборот. Или сюда и копье выставить. Но я бы не хотел, чтобы они куда-то побежали, не в ту степь. Берем их за шкирку. Так, сюда подойдут, сюда вряд ли подойдут. Так, стой там. А вот теперь гораздо лучше сюда подходить. Слушайте, я даже не подумал о таком варианте, но да. Так бы он сюда не подошел. А так, здрасте. Минусуха. Так, лис. Во-первых, 62%, конечно, капец с этой травмой. Очень мало. Во-вторых, мимо. Как так? Так, ну они будут бить вот этого. Может, собаку выставить? Собака сдохнет. Один удар в голову, пика и привет. Так, сюрприз из кустов. Хорошо, без оглушения. Хорошо, не попал. Хорошо. Так, забрать этого. Давай заберем. И можно чуть южнее. А, вау, ты чё? Не хулигань. Так, 45, 78. На тебе в ухо, отлично. Подожди. Ты бей. Ну хорошо, как хорошо вмазал. Так, лидер. Без глупости. Слушайте, там что-то проблемки уже у Сигурта. Таким макаром. Мимо. Почему мимо? Плохо. Может толкнуть его? А Арнульфом подойти и затаунтить этого? А Дитер тут разберется один на один с поддержкой Вольфрама. Так, ну затаунтить мы не можем. Четыре. Ну и ладно. Так, как раз арбалетик может бахнуть кого-нибудь. Вот этого бы я бахнул. Но вряд ли он попадет. Ну, сюда не попал. Альвар. Можно по-быстрому лидера зарезать. Пока Арнульф будет танковать. Сигурд и проблемки. Так, тут адреналин прожали. Давайте выпустим собаку, чтобы она увеличила шансы попасть. Дитер. Твой звездный час. Мимо, понятно. Так. 37%, он еще и в репосте.
Защититься никак. Так, молимся. 80 брони осталось, 40 хп. Так, лис, надо попадать. Надо попадать. Хорошо. Ух, хорошо. Так. Так. Давай-ка вот сюда куда-нибудь. Хорошо. Наверх тоже хорошо. Так, мимо, отлично. Так, этого пикой бить не надо. Вот этого можно, но мы не успеваем. Вообще, я бы, наверное, сюда пошел. Надо спасать Сигурда. Ай-яй-яй. Нормально. Чё ты не попал? 72? Почему 72? Ты свордмастер или где? Хорошо, что он не бьет. Так, таунтим этого друга. Ну и можно щит поднять. Хорошо. Достаем кинжал. И пока не бьем, выносливость экономим на следующий ход. Альбар подходит, достает кинжал. Арбалет. Арбалет. Сигурд. Не бьешь. Адреналин. Давайте. Плохо. Так, антисипейшн можно туда закинуть. Не тому. Ну ладно. Собака все мимо. Хелфрихом рискнуть. Ну давай. Как так-то? Вы что все промахиваетесь? Сейчас может быть вообще неприятно получиться. Фу, хорошо, что мимо. Пика могла дать Хелфрику, например, в голову, а потом этот два раза мечом рубануть и привет. Запросто. Так, что-то не хочу снизу вверх на него нападать. Он еще не ходил. Подождем. Отлично. Таунт сработал. Теперь режем. Ножку. Минус 10 защиты. Отлично. Ах ты гад, начал бить. Начал бить. Так, щитом уже не закроемся, но просто таунт. В то же время он не в репосте, можно его бить. Так. Ой, хорошо. Ой, хорошо. 9 жизней уже сработали. Манхантер, кстати, кликуха-то. Так, если нас нападут после этого боя, что плохо? Плохо, что Сигурд... подраненный. Ну, кстати, если броньку поменять, нормально. Более-менее. Если сзади его держать. Девастатор в травме тоже плохо. Адреналинчик может, чтобы его... Да, без адреналинчика должны раньше не уходить, такого раненого. Так, этот гад меня уже достал. Травма. Тоже неплохо. Но слабовато. И он сейчас ходит, блин. Собачка, попади уже. Хорошо. Мут хорош.
Я вот думаю, если я отсюда прыгну на него с мечом, я куда прыгну? Вот сюда или сюда? Ну и попробуем. Наверх хотя бы. Урона вообще нет. Что это такое? На 19 в броню, на 2 через броню. Не трущит, гад. Наконец-то. Чуть не потеряли тут бойца на ровном месте просто. Так, Ларс. Молодец. Наконец-то. Куда-то попадаешь. Стоит ли к этому подходить? Да, в принципе, да. Че он? Пусть расстраивается. Так, арбалет. Арбалет. Отсюда. Так, что-то я пропустил. Ладно. До свидания. Так. Ну, Дитер. Молодец. 200 опыта. 287. Ларс зарезал 289. Так, еда, деньги, инструменты, стрел, целая тьма. Хотя у них не было лучников, метатель был. Так, броня 170. Легкая. Шлем 200. Отлично. Меч, пика, меч, топоры, щит. Берем. Так, а теперь готовимся. Теперь готовимся встречать тех гадов, которые попробуют у меня отобрать награду. Я вам попробую. Так, новая бронька, кстати, 170. То 70, а весом 21. Ну, как вот это. Только тут на 100 брони больше. Так, шлем побитый. Почему? Кстати, шлем, шлем. 200 шлем. Тут выносливости мало, тут побольше. И шлем тяжелый уже. Так, где? Опаньки, какой красавчик. Вот эту отремонтировать. Как отремонтируем, отдадим ее обратно. А этот будет в одежде того Манхантера тогда ходить. Так, шлем у меня есть такой крепкий, прочный. Вот зелененький есть. Получше. Но зелененький Ларсу как-то не идет. Отремонтировать. Так, левелапы. Эльфрих. Наш мега-алибардист. Невыносливости. Так, додж у него и алибарда. Больше ничего нет. Так. Наверное, вот так. И что, выносливости не дали? Инициативу может взять ему? У него много инициативы. А, инициатива это додж, кстати. Инициатива это додж, раз выносливости не дали, хп не дали. Можно, конечно, резолва, но в принципе... Алибардисту не так, чтоб сильно он нужен был. Так, ножки, наверное, для минимизации неприятных ситуаций. Или антисипейшн, чтобы в него не стреляли. В него вроде бы не стреляют пока, пока рядом есть более вкусные цели. Но это может и поменяться. Ладно, у него додж есть, как защита от стрельбы пока что. Давай-ка ножки возьмем.
Так, и легенда наша. Восьмой уровень. Так. Капец какой-то. Сколько у него было мильскилла, когда я его взял? Кто помнит? Мне кажется, 80 и было. Ну, 70 с чем-то, может. Пару раз подняли нормально, и все. С тех пор плюс один. Не знаю, зачем я ему беру защиту, но хотя почему не знаю. Если дать ему кливер со щитком, то как раз знаю, зачем ему защита. Два выносливости очень мало, к сожалению. Так, это нимблист без доджа. Инициатива ему не нужна. Ну, видимо, так. Хотя, может, я не прав. Может, плюс один атаки тоже надо брать. Сейчас бы уже было 90. Так. Нимблист с кнутом. Теоретически с кнутом, пока без всяких кнутов ходит. Что ему подойдет? Что ему подойдет? Дуэлист на кнут? Вряд ли. Ферсам? Он вроде бы не пробивает вообще по ХП, если броня есть. Ладно, подождем. Не знаю, что ему дать. Так, сейчас, значит, на нас наедут, скорее всего. Может, лагерем встать? Давайте лагерем встанем на починку. Пусть наезжают. Может, встать как-то поплотнее или наоборот нормально? Иди-ка в компанию. У тебя все равно там не получается. Волчить. Так. Ну, попробуйте отобрать у меня эту награду, гады. Так. Что-то другое случилось. Дитер, мопс around, victory good, писинг, пессимист, cold, hit roll, dismissive, hand out. Victory, наша победа это поражение. Let us not put cards in front hall. Он пессимист, кажется, у нас, да? Да. Что-то про пессимизм. Он всех расстроил, типа, да? Или что он тут? Нет, себя только расстроил, да? Что такие довольные-то стали? Были такие себе довольные, а теперь... А вот Арнульф расстроился, например. Кто-то расстроился от его пессимизма, а кому-то наплевать. Пессимизм лечится, нет? Так, потихоньку заканчиваются инструменты. Может, в Грунланд сходить? Ладно, пошли отсюда. Сдадим квест. Что-то похоже, на нас не нападут. Кстати, в прошлый раз, когда нападали, кажется, по 1000 денег обещали. Может, поэтому и не нападут. Броня подлаталась. Да, никто не нападет, перестраховался. Ну ладно. Очень хотелось отомстить тем тварям. Тут, кстати, перестали теперь засады на дорогах, и цены стали похуже. Но все еще хорошие, лучше, чем в большинстве мест.
Так, давайте поменяем броню обратно, пока я не забыл. То я к следующей серии забуду. Так, стоп, не тебе. Вот тебе. Так, шарлатаны, чё с травмой, я не понял. Никому не надо лечиться. Как это не надо? Плохо забинтовали. Ну, в принципе, в полдень уже вылечимся. Так, броня, броня. По 140 курточки лежат, никому не нужные. Это выносливость заканчивается в долгих перестрелках. Так что ему не надо более тяжелое ничего. Так, ну что, хорошо. Подвыросли из 140-ых бронек. Это прям приятно. Мне еще пару бойцов надо нанять со щитами как раз. Вот им и пойдет. Так. Лишнее продаем. Пика пригодится. Кливер пока оставляем. Топоров тьма целая. Плюс Т3 топор есть. 4, 5. Ну пусть 5 будет. Цепы, наверное, продадим. Мечи у меня теперь есть вот такие. Эти в продажу. Да, это все было выгоднее починить, потом продать. Но что-то тут дешевых инструментов не особо. Вот, кстати, здесь появились. Этот пока оставим, этот оставим. Вот это нам не надо. Может, совсем даже не надо. Зеленые шлема, да тоже нафиг не надо. Так, все еще куча фигни, ну ладно. Хлебушка можно взять еще этим обормотом. Так, 3, 5, 5, 9, 5. Хлебушек. Ну ладно, на этом закончим. Спасибо, что смотрели. В этой серии разжились бронькой на халяву почти. Еще одной. И в целом стали выглядеть как приличные люди более-менее. Я думаю, в следующей серии сходим на разведочку вот сюда. Может, если кого-то сможем затащить в гости к ним, попробуем еще у них достать. Но сейчас бы я подзаработал деньжат и, может быть, вот сюда сходил. Или вот сюда. Надо поискать себе пару человек еще найти все-таки. Может быть, а потом уже пойти развлекаться. Вот. Ну, в любом случае, спасибо всем, кто смотрел. Приятно, что вам нравится. Приятно читать ваши комментарии. Всем удачи, всем пока.